посеяла я несколько месяцев назад микрофлорантый латикум. Вот. Выросло вот такое богатство. Видимо, на обратной стороне листиков были не только его споры, но и, по всей видимости, от других папоротников. А сам микрофлорум, вот он. Деток получилось не очень много. Хотя семян было тьма тьмущая, не знаю, наверное, тысячами, несколько тысяч их было. Но тем не менее, вот результат, ну, такой слабенький, на двоечку. Много тут всего мелкого, всяких мхов, папоротников разных. Это больше, чем полгода здесь вот этому биоценозу. И поливалась, наверное, 2 или 3 раза всего лишь. Вот. Ну, живет все само по себе. Посмотрим, как дальше будут развиваться. Может быть, отсажу я их.